положила две ручки под правую щечку и громко шепчет имя любимого. Какой Ромка у нас любимый вид? Валентин. Итак, дальше она встрепенулась, проснулась, 5:15 она проснулась, и, конечно, как каждая женщина, она подошла к огромному зеркалу и начинает собой любоваться. Какая у меня роскошная грудь, тонкая талия, шикарные бедра и длинные ноги. Полюбовалась ногами и пальчиками на ножках даже. Затем, конечно же, каждая, как каждая женщина, она идет в душ, принимает душ и намыливает роскошную грудь. Талию, шикарные бедра и длинные ножки. Намылила, хорошо. Вышла из душа, взяла махровое полотенце. Сахар, прошу вас, не мешайте, мне тяжело рассказывать, когда вы говорите. Взяла махровое полотенце, тщательно протерла спинку. Спинку, да, тщательно. Так, хорошо, с другой стороны. Промокнула грудь роскошную, вытерла талию тонкую, шикарные бедра и тщательно вытерла ножки. Так, одну ножку и вторую ножку. И, конечно же, пора одеваться, собираться. И как каждая женщина, первый атрибут одежды, который одевает, это трусики. И так она надевает трусики. О, надо правильно показывать. Расправляйся. А каждый для себя понимает, как, что именно невеста. Надевает бюстгальтер. Внимание, смотрите, женщины, как мы надеваем бюстгальтер. Теперь чулочки. Итак, на правую ножку чулочек. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. На левую ножку чулочек. Хорошо. Теперь нужно надеть обязательно подвязку. Это ажурный лоскуток, который носится на правой ноге выше колена на 10 сантиметров. Подвязочка. Не на 10 сантиметров, а туда под самое не могу, не надо. Да, вот так. Дальше она вскакивает в платье. Так, надела платье, зашнуровала корсет. Захар, помогите зашнуровать вас. Итак, подружка невесты пришла. Помогла. Спасибо. Теперь ей нужно сделать макияж. И она берет в левую ручку зеркальце. Правой ручкой начинает красить сначала глазки. Глазки. Так, ротик слегка приоткрыт. Второй глазик. Так, теперь щечки накрасила. Щечки. Губки нарисовала. Нарисовала губки. Улыбнулась себе в зеркало. Теперь прицепила фату. Чпок так. Хоп. Есть. Теперь встала на каблук 10 сантиметров. Встала на каблук. Все, и зеркало опускайте. Уже все. Каблуки надели. Так, отлично. Все, она уже стоит. Теперь